Привет! Все еще в поисках той самой любви всей вашей кухни, того самого холодильника? Тогда знакомьтесь, этот малыш принадлежит семье Bosch, и его имя KGN36NL30U. Давайте я расскажу про него подробнее. Его габариты всего 186 на 60 на 66 сантиметров. Передние ножки позволяют регулировать высоту, задние ролики облегчат транспортировку. К тому же он достаточно тихий, всего 42 дБ. Общий полезный объем 329 литров, из них на холодильную камеру приходится 219 литров, а на морозильную 110 литров. Внешний вид очень стильный и продуманный. Цвет дверцы – это имитация нержавеющей стали Inox Look. Сам корпус выполнен в темно-сером цвете Metallic Chrome. Дверцы изогнуты с интегрированными горизонтальными ручками дверей. Дверцы правосторонние, но имеют возможность перенавешивания. Для большей долговечности тут проработан механизм плавной остановки закрывающихся дверей. Открыв холодильную камеру, вы обнаружите 4 полки из закаленного стекла. Из них 2 можно регулировать по высоте. В дверце холодильника установлено 4 полочки, одна из них глубокая. Также тут есть 2 прозрачных контейнера для овощей и фруктов. У них специальное волнистое дно, которое сохранит ваши продукты от влияния конденсата. В морозильной камере вы найдете 3 прозрачных выдвижных бокса для заморозки. Мощность морозильной камеры достигает 11 кг за сутки. Тут также реализована технология быстрого замораживания Super Freezing с автоматическим отключением. Во всем холодильнике яркое светодиодное освещение, которое не даст вам потерять ваши продукты, даже в самых дальних уголках. Чуть не забыла, тут также присутствует точная и простая установка желаемой температуры с помощью электронной регулировки. Не забыли и про технологию No Frost. Ну вроде все рассказала. В общем, и так понятно, что KGN36NL30U хороший в соотношении цены, качества и функциональности. Удачных покупок и до встречи в Palladium!